мы рады приветствовать всех, потому что мы открываем, да, это большой день, мы открываем картинную галерею, мы давно планировали это мероприятие, и это одно из серии мероприятий, которые программа развития ООН и Глобальный экологический фонд в лице программы по оздоровлению Днепру планирует провести в трех странах, которые теперь являются странами Днепровского бассейна, в Украине, Беларуси и Российской Федерации. United Nations is at the core of our mandate, obviously.